Для США Станица Северская прошли веселые старты. Соревнования приурочены к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В них приняли участие мальчики 2007-2009 годов рождения. Ребята показали волю к победе и настоящий спортивный азарт. Все участники получили сладкие призы от администрации Северского сельского поселения. После этого ребята почтили память солдат Великой Отечественной войны. К юным спортсменам обратился глава Северского сельского поселения Андрей Дорошевский. Мы должны помнить и не допускать, чтобы была война, чтобы был мир, помнить наших героев, не забывать. Их совсем немного уже осталось в живых. И наши спортивные победы и достижения послужат памятью и верой в то, что больше не повторится этих трагических событий. В завершение встречи ребята возложили цветы к памятнику героя Великой Отечественной войны Семену Григорьевичу Соболеву.